Почти безлюдный пляж Черного моря. Конечно, люди тут отдыхали, но их было очень мало. Медузы были около 20 сантиметров в диаметре. Так выглядит на дамбе между озером Сасик и Черным морем. Сасик – искусственное озеро в Одесской области, бывший лиман. Лиман с лечебными грязями был курортом до 1970-х годов, когда начали осуществлять масштабный проект опреснения его вод для сельскохозяйственных целей. Лиман отделили от моря дамбой, морскую воду попытались заместить пресной Дунайской. Проект провалился, вода была опреснена частично, курорты закрылись.
Берега озера являются местами гнездования птиц. Сасик и система Шаганы-Алыбей-Бурнас получила статус международных водно-болотных угодий, как места поселения водоплавающих птиц, и занесена в международный список Рамсарской конвенции об охране водно-болотных угодий. Я думаю, что грязь тут вполне лечебная. В местах, где высохло, все хрустит от соли. Это мы уже подъехали к шлюзу. И вот почему вчера все машины ехали в нашу сторону. Потому что в эту сторону дорог практически нет. Они только на карте выглядят красиво. Мы поехали в сторону Тузловского лимана.
Это село Три Хатки. Пока мы тут ехали, не встретили ни одного человека. Тишина и покой. Наелись абрикосов. Тут даже столбы не в белый, а в синеватый цвет накрашены. Видишь, что это было? Да. Сельская рада там была, да. Тут какой-то магазин, наверное. Медпункт, наверное, какой-то медпункт. И новая почта, как раз это. Новая почта сейчас. О, Сельгоспродукты. Да. Бункер какой-то, смотри. Дома, крыша черепичная еще стоит. Кто-то богатый жил я. Еще какие эти узорчики. Бочки. Глиняный домик. Да,
Внутри магазин «Контакт». Маска, да, надо. Смотри, тут тюки соломаны. Да, действительно. Тут тоже написано, видишь, спаси, стой, и сохрани.
вечеру мы приехали в село Курортное. Село расположено на высоком обрыве, с которого открываются живописные пейзажи. Это еще смотри, еще В этом селе хорошо то, что можно отдохнуть на любой бюджет. Если хочется сэкономить, свою палатку можно поставить прямо на Будакской косе. Правда, туда придется идти пешком. Также тут есть очень дорогие отели с бассейнами и с охраной. Будакский лиман мелководен. Максимальная глубина достигает 2,2 метра, средняя 1,05 метров. В летний период вода лимана прогревается до 28 градусов, а на отмелях до 33 градусов. Будакская коса признана лучшим пляжем Белгород-Днестровского района. Ее длина равна 18 километрам. Она образована мелкозернистым песком цвета червонного, самого высокопробного золота, поэтому отдых в таком месте специалисты сравнивают с рекреацией на знаменитом испанском курорте Коста-дель-Соль. Это цветет синеголовник приморский.